где обычный учитель истории взял 2 миллиона для взноса в центр избирком? Вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. А это я! Мы снова выберем пи***ца! А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы был устроен. Кортежи, на***! Льготы ваши, на***! Дачи, на***! И батя сказал, что вы красава. И якби ви йшли в президенти, то він би за вас голосував. Ну і мій теж. Мої батьки там теж голосували. З результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Во-первых, это нечестно, во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю.